раз мы купили корм Оптимил. Значит, в шиншилке. Вот, пожалуйста, у меня есть чек, что я купила его в шиншилке. Кстати, за каждый отзыв, оставленный на сайте, дает 30 гривен. Вот у меня скидочка. Пожалуйста, было 1000, стало 970. Собственно говоря, по корму. Упаковка просто обалденная. Во-первых, ручка сбоку. То есть мы его можем даже вот так носить. 10 килограмм вполне выдерживает. Так, здесь у нас даже есть вот такая защелочка. Тоже очень удобная штучка. Что у нас тут еще есть? Ну, так, в принципе, наверное, по упаковке все. Смотрим состав. Так, ну, по составу, в принципе, меня тоже все устраивает. И состав вы сами можете прочитать на сайте. Угу. Я покупаю для стерилизованных, потому что у меня все животные стерильные. Есть, конечно, еще мелкие. Секундочку, сейчас мы это дело откроем. Терпите пока. Никуда не уходите. Вот, я содрала верхушечку. И у нас остается вот такой стикер. Открываем его. Упаковка новая, только-только распечатала. Получила и открываю. Ага, тут внутри у нас крепкая застежка. Так, а вот застежку придется ножом вскрывать, потому что она крепко запечатана. Секундочку. Ну, дети уже в клетке. Так. Полежите пока тут. Да, нет у меня селфи-палки. Так было бы мне, конечно, удобнее. Но что имеем? Вскрываем это дело. Маникюрные. О, вот и первый претендент на корм. Так, смотрим. Ух, как пахнет. Запах, конечно. Ну вот, пожалуйста. Запах сразу слышно. Смотрим. Вот такие у нас гранулы. Проверяем на аппетит. А ну-ка, товарищи. Что скажете? Ну что скажут? Им нравится. Пожалуйста. Нет, конечно, этим кормом я их кормить не буду. Они еще маленькие. Это для моих других больших котиков. Но скажу, что это очень хороший корм. Советую к покупке. Спасибо за просмотр.